Привет, друзья, с вами Оксана. Как всегда, планируем неделю вместе. Это моя предыдущая неделя. В общем-то, наверное, неудивительно, что она такая полупустая, потому что это была неделя каникул, неделя нашей поездки. В общем, такая вот она и останется. Сегодня приступаем уже к следующей неделе. Это с 8 по 14 января. Хочу я взять свой набор, который еще перед Новым годом, он, в общем-то, так и назывался, предновогодний. Набор такой вот функциональных наклеек. Где здесь две таких цветовых схемы в основном расположены, но тем не менее они между собой тоже нормально хорошо сочетаются. Хочу сегодня взять вот такой вот вариант и к ним присоединить вот таких вот снеговичков, которые также были перед Новым годом у меня запущены в группе. Если вы их еще не видели, обязательно заходите, смотрите, заказывайте. Вот, ну а сегодня приступаем. Thank you.
Ну что, неделька моя готова. И получилось, что я внесла некоторые, так скажем, изменения в процессе, пока я все делала. Ввела вот этот вот скотч и вот эти вот золотые элементы, которые здесь были, елочки. Мне, в общем, подсказали, продиктовали, что я хочу еще что-то золотое ввести. Поэтому вот надпись «Январь» и вот эти снежинки я сюда добавила. И, в общем, так очень классно, ярко получилось. Мне очень-очень нравится. Кроме того, так как у меня... В общем-то, освободилась вот эта одна секция. Раньше я записывала здесь события какие-то дня, но теперь мне одна освободилась, и я решила ее вот попробовать таким образом вынести. Какие-то всякие, ну, ежедневные дела вынести сюда. В частности, вынесла сюда Инстаграм, который хочу наконец-таки вести более или менее регулярно. Добавила опять вот эти вот кроссовочки. Раньше я записывала здесь шаги. Но, как видите, уже давно не ношу свой браслет. Просто потому, что он, в общем, перестал работать. Вот. И добавила... А, сюда вот вместо этих кроссовочков буду записывать какую-то активность, скажем так, свою. Хочется более активно, не знаю, гулять. Может быть, какие-то физические упражнения делать, чтобы держать себя в форме и так далее. Вот, и планирование, ну, ужинов, может быть, посмотрим, как у меня здесь получится. С этой секции вот ложки-вилки я пока что, в общем, так, только пытаюсь, так скажем, это ввести в свою жизнь, посмотрим, насколько это у меня получится. Но, в общем и целом, мне очень нравится, как получилась неделя. В общем, я довольна полностью результатом. Надеюсь, что вам понравилось. Также не забудьте поставить свой лайк, подписывайтесь и заглядывайте в инфобокс. Там, как всегда, ссылочка на группу ВКонтакте, где вот эти все наклеечки можно для себя заказать, где также ссылочка на Инстаграм, который я пытаюсь реанимировать, скажем так. Вот, в общем, все остальное тоже там. Пишите свои комментарии. Мы увидимся совсем скоро. Пока-пока!